Здравствуйте, это программа «Модная линия», которая хотела бы вам напомнить, что в здоровом теле здоровый дух. Здравствуйте. У понятия «самая модная жизнь» заведомо короткое существование. Иногда несколько дней, и вскоре самое модное становится достоянием вчерашнего дня. «Модная линия» проживает две жизни. Одну в четверг вечером в 23:30 и другую в пятницу утром в 7:50. Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как прямая спина. То, что она залог здоровья – аксиома. Она же влияет на походку. Предлагаем позаботиться о сохранении формы собственного тела. Давайте оглянемся на улице, посмотрим друг на друга. Есть женщины, которые всю жизнь несут какие-то сумки, авоськи. Есть женщины, которые уже с утра уставшие, сгорбленные, некрасивые. Женщины, посмотрите на себя внимательно, вы все красивые и обаятельные. Вот. Что же для этого нужно, чтобы правильно ходить? На самом деле, немного. Как вы ходите? Как? Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто сваи вколачивает. А мы как ходим? Ой, неужели я докажу, боже мой? В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. А можно научиться так ходить, или это недоступно? Возьмите обыкновенную книгу, любую, лучше потяжелее. Вот. Положите ее на голову и попробуйте вот в этом положении проходить целый день. Можете обедать с книгой на голове, можете сидеть за компьютером. Для чего это надо? Это постановка головы, чтобы правильно у нас была голова. Выстроить целую пирамиду и двигаться по комнате. Первое время они будут падать. Ну, к этому привыкните. Потом они будут у вас держаться все увереннее и увереннее. Вот. Только взгляни. Вот эта походочка. Знаешь, даже голова кружится. Thank you.
тысячи Дмитрия Жихревецкого. Дмитрий Жихревецкий, город Ставрополь. Торговый центр 21 век. Более 300 комфортабельных торговых модулей. Широчайший ассортимент, гарантия качества, одежда 21 века. Торговый центр 21 век. Западная трибуна стадиона Россельмаш. Алло? Плохо слышно? Собеседник куда-то пропадает. Как вернуть звуку качества? Цифровое качество. Подключайтесь к системе Мегафон GSM. Это переворот в истории связи. «Оникс» представляет все, что необходимо для создания атмосферы уюта и комфорта в вашем доме. Деревянные евроокна и двери, защитные ролл-ставни и секционные ворота. Системы электрообогрева помещений. Буденновский 38А. ТВК «Роствертол». «Оникс». Коллекция комфорта. Что может быть лучше доброго, надежного, проверенного временем автомобиля ВАЗ-2106, тем более по цене 88 990 рублей. Я знаю Игоря много лет. Мне очень понравилась та идея, которую предложил композитор Игорь Крутой. Я очень рада участвовать в его творческих вечерах. Именно потому, что есть что спеть. Игорь Крутой, Илза Лиеппа, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Ростов. Единственное, что никогда не выйдет из моды, это здоровый образ жизни. Поэтому наша программа и отправляется в бассейн, на теннисный корт, на стадион в качестве болельщика. Или же действительно заниматься бегом трусцой хотя бы вокруг дома. Если во время пробежки вы будете одеты в классную спортивную петровку, то я вас уверяю, что вам не избежать знакомства со спортсменкой или со спортсменом. До свидания.